Первый домашний матч «Алмаза» начался холодным душем для хозяев площадки. Гости открыли счет уже на 24-й секунде в первой же атаке. Это было неожиданно, но не фатально. Да я бы не сказал, что быстро. Просто мы не забили и вот где-то провалились во втором периоде в два момента. И потом тяжело было скребаться. И плюс, если не забиваешь, конечно, тяжело. Череповчане пошли исправлять ситуацию, много атаковали, но тщетно. Даже в численном большинстве не получалось пробить голкипера Красной Армии. Вместо этого отличились москвичи, причем дважды в короткий временной интервал. Мингачев оформил дубль, а поддержал порыв своего товарища Артем Пугачев. 0-3. Времени еще много, надо зацепиться, забить одну шайбу, распечатать ворота, дальше пойдет. Ну и опять же концентрирование, играть в обороне и просто забить рабочую шайбу. Заключительная треть матча, несмотря на все усилия хозяев, так и не принесла изменений в ход игры. Череповчане все так же атаковали, но шайба не шла в ворота. В итоге финальная сирена зафиксировала победу Красной Армии со счетом 3-0. Соперник концентрирование сыграл в обороне, больше шайб на себя поймал. К тому же мы нахватали много ненужных удалений в чужой зоне, поэтому такой результат. В первую очередь соперник больше хотел выиграть, поэтому так и получилось. Цеплялся за каждый момент. Игра была до ошибок, мы совершили их больше. Поэтому такая ситуация получилась, и результат налицо. У «Алмаза» в 7 матчах 4 победы. Чемпионат МХЛ только набирает обороты. В первой домашней серии игр череповчане еще сразятся с подмосковными «Атлантами». Владимир Сентябрев, Егор Плюснин. Новости.